иди сюда. Ты должна увидеть это невероятное приложение, что я скачала. Что это, Джоан? Что за приложение? Оно называется Tinder. Tinder? Оно позволяет тебе ходить на свидания. Помнишь таких? Что случилось со старыми добрыми похищениями? Тебе больше не надо заниматься ими. Приложение. Современно. Приложение, Мири. Ладно. Как оно работает, Джон? Сперва ты загружаешь свои изображения в приложение. Конечно же, я буду использовать свои старые фото. Разве это немного не лживо? Нет, ты просто выпьешь зелье молодости, прежде чем пойти на свидание. Никто не заметит разницы. Джоанна, слушай, моя сестра сказала, что пролила на меня все, что сделала за век. Она сказала, что зелье молодости может быть немного проблематичным. Проблематичным? Даже аморальным. Каким образом? Таким, что главный ингредиент — это детская кровь. У них же полно крови, Мириэм. Что они будут делать со всей этой кровью? Могли бы поделиться со мной. Если бы я была ребенком, Мириэм, и милая зеленая пожилая женщина подошла ко мне и сказала: «Привет, дитя! Я собираюсь идти на свидание, и мне нужно выглядеть моложе. Можно мне немного твоей крови? Что бы я сделала, Мириэм? Я бы отдала кровь, она нужна ей!» Релиз подготовлен командой CyberCat Studio. Озвучил Мяурик, работа со звуком Акакин, перевод Смешман. Всем спасибо за просмотр.